Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксель Мун. И, ребята, как я говорил, наверное, сейчас мы пойдем в шахту. В шахту не для того, чтобы накопать ресурсов. Ну, в принципе, для того тоже можно. А для того, чтобы найти парочку покемонов, которых у нас нету, а которые водятся только в шахте. Тот же, давайте, не помню, давайте Булдор. Вдруг найдем, вдруг нет. Я надеюсь, он так спавнится. Сейчас, да, вот. Если найдем, отлично. Летать мы еще не можем, потому что рулетик наш не эволюционировал. Поэтому я, ребята, даже не знаю. Наверное, все-таки мы побегаем. Или куда-то пробежимся, а куда, я не знаю. Вот тут есть... Вот тут есть... Ну, сюда далеко бежать, но я не знаю, ребята. В саванну тоже далеко бежать. Давайте, может, сюда куда-то пробежимся потихонечку. Или будем ловить всех подряд, так как мы делали. Кто тут у нас? Кадабра. Абра у нас есть. Сивадл. Это я не знаю. Это нужно будет посмотреть. Диглет. Сервайн. Нифига себе. Снайви. Но Снайви у нас есть. Эликит. Эконс. Пунита. Я не знаю, ребята. Давайте-ка мы пробежимся. Да, в ту сторону мы побежим, так как нам, ребята, нужно в шахту и там словить, ну, минимум, ну, сколько там у нас есть. Рожендрола, Болдор, Гулет, Солурок. По сути дела, где-то 4 покемона, да. Больше я не помню. Ну, Диглет, конечно, и Арон, но они уже у нас есть, поэтому нету смысла их ловить. Поэтому я, ребята, даже не знаю. Фу, у нас есть 11 вот этих, 11 раркенди. Нам, ребята, в скором времени также нужно опять будет лететь в ад. За глоустоном, потому что глоустона у нас осталось вроде где-то на... Ну, приблизительно, если я помню, давайте не буду угадывать, на 48 раркенди. То есть, как только мы сделаем 48 раркенди, больше у нас глоустона нету. Это весь глоустон, который сейчас у меня в этом... В рюкзаке это весь глоустон, то есть раньше у меня был и в рюкзаке, и в сундуке, но с сундука я весь глоустон забрал и положил себе в рюкзак. Поэтому вот так, ребята. Как только мы сделаем еще 40 раркенди, мы не будем иметь больше глоустона, и нужно, ребята, будет идти в ад. Но, в принципе, там не так уж и долго, да, сколько мы там пару стаков добудем за... Ну, за минут 10. А если пойти на ад, если пойти в ад на всю серию, то за всю серию мы себе столько глоустона добудем, что нам хватит офигеть, насколько. Так, это выкинем, чтобы не мешало, и потопали дальше. Ну, команда у нас уже практически тоже прокачана. Я туда бегу, да, туда. У нас есть Магнетон 47 уровень, это уже большой уровень. И Драгонейр 41 уровень, что в принципе тоже большой уровень. Так, давайте, Старли, нет, давайте я тоже вот так посмотрю, вдруг кто-то там добудет. Почерису нет, Кадабра, Диглет, Кадабра, Пиджиот, Арон, Кадабра, Пиджи, Диглет. Короче, нету. Ну, будем ждать, пока кто-то заспавнится, или какой-то босс, или фиг его знает. Потому что... Нужно ловить уже всех покемонов подряд, которые у нас есть. Ну, которым... Нужно ловить всех покемонов подряд, которые у нас есть. Вот капут. Нужно ловить всех покемонов, которых мы увидим. А вот тут, кстати, дайте-ка я что-то посмотрю. Тут нету случайно Sunflower Plains. Сейчас дайте я выйду, чтобы не тонуть. Ну вот это, по идее, должно быть. Давайте быстренько сюда сбегаем. Посмотрим. Есть, нету. А как пишется? Дочеты Покеспавн Рожендрола. Вот так. Посмотрим. Так, что у нас? Смотрим. Plains. Я где-то я видел Sunflower Plains. Но я не помню, где они были. То есть где-то возле нашего дома. Где-то за лесом. Ну или тут, например. Или фиг его знает. Ну или вот тут. Потому что где-то я их видел, но я не помню где. Сейчас не найду. Ну ладно, бежим мы, ребята, туда, куда бежали. Бежим мы... на болото, потому что сейчас нам нужно ловить всех покемонов, которых
у нас нету. На болоте есть еще куча покемонов. Хотя нет, ну как куча. Ну парочку там есть. А в скоро Дженролла. А в скором времени, ребята, я, наверное, все-таки обновлю уже версию. Наверное, я так думаю. Так, тут их сразу две. Давайте сначала покушаем, если упадем, чтобы сразу регениться. Так. Ну, надеемся, что куда-то нормально упадем, в том смысле, что прямо на нее, а не куда-то в лаву, да? Я, ребята, все-таки выключу шейдеры, потому что шейдерами в этом в шахте не очень, да? Так, ее у нас, да, нету. Давайте левел булом попробуем. То есть она второй уровень, наш 33-й, по сути дела, должен словиться, мне так кажется. Да, словили мы, ребята, еще одного покемона. Ну, раз мы в шахте, давайте добудем, что нам нужно, потому что железа у нас уже нету. А вот эти покеболы делать нам, ребята, нужно будет. Так, ну, еще тут немного возьмем, да. Раз мы уже в шахте, я говорил, ребята, что в этой серии нам нужно пойти в шахту, чтобы словить и покемонов, и кто там у нас еще есть? Дженролла, Гулет. Гулет. Так. Он где-то тут, как бы мне отсюда... Нет, сюда давайте факелы. Вот так. Главное не упасть. Пожалуйста, не упади вот туда. А вот... Я не знаю, где он. Или над нами. О, или тут. Нет, не тут. Копаем вниз еще, ребята. Чё-то я как-то немного... 22-я высота. Вот он! Отлично. Давайте опять попробуем. А там чё, там ночь? Давайте попробуем. Вдруг там ночь. А то и просто когда я заходил в шахту, уже так, можно сказать, темнело. Да! Офигенно. Так, ну что, раз мы уже в шахте, ребята... Мы пришли охотиться на фосил. Кстати, у нас есть один фосил в сундуке, который я никак не выкопаю. А что нужно сделать? Что нужно сделать? Это, конечно же, как-то фосил. Уже наконец-то его очистить, потому что никак... Всегда хочу, но всегда забываю. Ну, как? И не вспоминаю даже про это. А куда бы нам пойти, ребята? О, куча железа. Кто есть? Кого нам еще нужно? Дженролла мы словили, Голета мы словили. Ну, по сути дела, все, да? Или нет? Так, тут у нас тупик будет. Или нет? Так. Я больше не помню, ребята, кто тут еще есть. Кого у нас нету. Нужно вспоминать. Ух, туда я не хочу идти. Так, почему ты так... Короче, прыгаем, да и все. Выпустите! Вода вот эта. Так, ну что, вот мы и забрались сюда. Давай... ладно, тут мы были. Да, вернулись на то же место. Так, главное сейчас... Не обожечься, да? Так. Быстренько пробегаем. Так, тут у нас что? Я там шахту дальше вижу. А вот тут есть еще какой-то спуск, какая-то высота. Ну тут, да, тут ничего нету, поэтому, ребята, возвращаемся. Это у нас там кто? Хантер. Ну... Нужно, ребята, уже нашего Гасли прокачать. Что-то он залежался, если честно, в компьютере. Золото. Ну, два золота. Нету смысла копать даже. Так, ну что? Больше тут... Я там видел где-то проход наверх. Там как раз может и фосил быть. Вот он. Вот он проходчик. Так, давайте тут. Посмотрим, что тут может быть. Какая-то высота. 29-я. По идее, да, тут должен спавниться фосил.
Ребятушечки, как знал, что тут что-то есть. Это вроде Анорит, если я не ошибаюсь. Вроде. Я точно не знаю, но... Офигеть, еще и фосил нашли. Не зря мы, в принципе, сюда спустились, если мы еще и фосил нашли. Это вообще офигенно. Так, смотрим еще. Нет, там ничего нету. Фосил! Офигенно, ребята, уже у нас в инвентаре есть фосил. О, в каком в инвентаре? В сундуке. Да, в сундуках у нас есть один фосил. И плюс к тому мы еще один, ребята, нашли. Это вообще офигенно. Не зря мы все-таки в шахту спустились. А, ну, мы сюда вернулись, да? То есть мы тут были, я как вижу. Потому что я помню этот сундук. Прыгаем. Так, тут смотрим. Тут тоже куча вот этого гравия. Поэтому, ну, ладно, тогда давайте быстренько сюда бежим. Надеемся, тут есть какой-то проход. Есть. Посмотрим, что тут есть, ребята. Тут нифига нету. А на какой-то мы высоте нашли фосил приблизительно на 30-й, да? То есть он там был. Если на такой, то вот на такой высоте он не спавнится. Сейчас, ребята, давайте еще быстренько тут побегаем куда-то туда-сюда. Посмотрим, вдруг еще хотя бы один фосил найдем. Если найдем, будет замечательно. Ну, хотя один уже фосил, это и так много. Но. О! Ну, это нам не нужно. Во, сюда есть проход. Тут, в принципе, много прохода весь. Но вот тут дальше нету. Вот в таких шахтах я вроде находил много раз фосил. То есть, видите, и сейчас мы даже фосил вот тут нашли. А не в обычной шахте. Ни хрена себе. О, тут еще один. Туда запрыгнуть, чтобы не... Да, вот так. Чё я? Золото, ну не нужно нам золото. Зачем нам брать золото? Три золота ничего такого не сделают. О, алмазики. Это какая? Мы на 38-й высоте, а там уже 15-я где-то. Нифига себе, ну как бы туда спрыгнуть, чтобы не удариться и не умереть, и не обожечься. Вот так. Отлично. Ага, и сейчас нам тут еще пройти. А, нет, не нужно. Че, тут только два алмаза? Нет, больше. Это у нас... Да, то есть может... Сколько? Ну, я не могу увидеть сколько, потому что у нас и раньше там было алмазы, и сейчас не знаю, сколько было, сколько мы добыли. Но мы добыли штук 5 где-то. Так. Тут больше ничего нету. Дальше я как-то не имею желания идти, хотя там я гравий вижу. Ну, ладно, давайте, ребята, выбираться. Тпхнемся мы куда-то вот сюда. 256. 100. Так, 250, допустим. 75, там 1006. Вот, отлично. Маткип. Да ну нафиг, еще и маткип тут. Маткип, 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 давай-ка ты иди сюда, ты нам как раз и нужен. Офигенно, если мы сейчас словим маткипа, да чё ты, фиг его знает, чё, лаг какой-то, не знаю, откидывала. Ну ладно, маткипушка, ты у нас тут, по сути дела, ты должен словиться. Так, ладно, тогда пишем, я не знаю, бла-бла-бла-блам, да, вот такого покемона сейчас ловим. Нет, не словился. Так, давай. Отлично. Так, словили мы маткипа. Сейчас... Сейчас я не знаю, кого у нас, ребята, тут еще нету. Давайте посмотрим. Дриф... Точно. Нету? Или я ошибаюсь? Итак, ребята, выкинуло, поэтому уже утро наступило, и мы не успели словить... того покемона. Ну да ладно, потом может еще сюда вернемся и посмотрим, что тут еще есть, какие покемоны еще есть, каких можно словить. Вот парасект, по сути дела, да, вот ты, не знаю, есть ли у нас, честное слово. Есть. Есть, ух, грибочки. Поливак. У нас есть поливирл.
Ну, да, поливак у нас тоже есть, я помню. Мы же рыбачили, да, удочкой, поэтому я помню, что он у нас есть. Так, дальше. Кто тут еще есть? Лайрон, нет, Диглет. Вот, ты еще. Давай-ка посмотрим, потому что я, честно, не помню, есть ли он у нас или нет. А Винонат у нас есть. Так, кто там еще? Вот кто нам нужен, Солрок, ребята. Вот, вот про кого я забыл. Да я только его видел. Че, пропал уже? Сейчас. Покес. Как он там пишется? Сол. Нет, Сол. Вот Солозис еще как-то есть, да? То есть он вроде тоже тут спавнится. Или это не он, а я о ком-то другом думаю. Но есть тут еще один такой покемон, который у нас 100% нету, я помню. А, вот тут в болотах, да? Но я не помню, как он называется. Вот кого у нас еще нет. У нас Свипинбелла нету. Самый такой покемон, которого... Ну, ладно. Зато 30-го мы с одного удара не убьем. Ладно. Потом мы его словим. То есть это ладно, это такой покемон, которого не скажу, что тяжело словить, да? Поэтому, ребята, можно его будет словить. Только чуть-чуть позже. А вот Солрок... Солрок у нас где-то вот тут должен быть. И он где-то 40-й уровень, поэтому я не знаю. Ты тут? Или мы тебя уже прокопали? Ну. Ладно, это только 40-я высота, то есть он еще там может быть. Опять шейдеры давайте выключим. Вот он. Ребята, опять выкинуло, и знаете что? Это выкидывает тогда, уже какой раз у меня было, я помню, вроде раз тоже ловил. Или бил Солрока. Я, когда иду в шахту, когда его нахожу, я кидаю на него покебол, и когда я кидаю на него покебол, меня выкидывает с игры. Вот сейчас тоже выкинуло. Я не знаю почему, это из-за него или фиг его знает. Давайте-ка мы его заспавним. Если заспавним, я его не буду ловить, просто чтобы еще раз убедиться. Нет, сейчас не выкинула. А почему я только что кинул в него покебол и меня выкинуло? Фиг его знает. Ну да ладно. Давайте тогда куда-то сюда. Какая там... 315, 75, 1160. Вот. А почему меня тогда выкинуло? И это уже не первый раз было. Я помню, один раз случайно в шахте... Да чё ты? Встретил... Солрока тоже вот так кинул у него покебол, чтобы его словить или сразиться с ним. Я уже не помню. И меня точно так же выкинуло. Фиг его знает. А ну не залагал ли, не залагала ли команда, потому что после таких выкидов всегда было 4, стало 3, по идее. Сейчас мы проверим. На ком-то. Так. Ну давай-ка мы тебе сейчас найдем, и ты не залагаешь, не выкинешь, а просто вступишь в бой. Солрок. Давай, копай. Вот. Вот, сейчас сам напал, отлично. То, что я не знаю, чем бы тебя ударить. Ну, ладно. Фералигатор. Я не знаю. Я боюсь, если мы его растукнем, мы его убьем. Твою мать! Ладно. Ладно. Какая? 239, 75. Где-то вот так. Да, вот он. Сейчас, короче... Всю вот эту... Сейчас будем только за Солдроком, да, охотиться? Он что-то никак не хочет ловиться. Ну, где-то вот тут, да? Ну и сейчас я начну копать и... Давай-ка ты только не... Вот, отлично. Успеем прокопать? Нет, не успели. Ну да ладно.
Арон. Нет, Арон нам не нужен. Вот, Силдрок. Только не выкинь, пожалуйста. Давайте попробуем так словить его ультраболом. Он 43, 23 уровень просто. Я говорю, если мы его раз ударим, то... Давайте еще раз. Еще раз. Вот зараза, а? Я просто боюсь тебе чем-то ударить. Давайте какого-то самого мелкого уровня, но... Я не знаю, чем бы его ударить. Да. Рулет, вот, рулетик. Рулетик. Давай каким-то не таким нормальным ударом. Во! Если еще раз таким ударим, то убьем, поэтому не нужно. Ну словись, ну пожалуйста. Я на тебя. Во, отлично. Уже хотел говорить, мастербол точно использовать не буду. Но и не пришлось. То есть, ладно, словился, отлично. Давайте-ка мы еще прокопаемся немного. Вдруг еще шахту найдем. И там еще фосил будет. Хотя вряд ли мы найдем что-то. В смысле шахту. Это уже 11 высота. Хотя я там видел, много шахт было. Даже вот там где-то вода есть, я слышал. Только где, фиг поймешь. Во. А, мазики. Отлично. Еще и алмазики нашли. Так. Там у нас лава, да? И больше там нифига нету. Нам бы вылезти, хотя давайте-ка мы, ребята, тпхаемся домой и посмотрим, каких покемонов мы наловили. За эту серию. Так, ладно, это уже можно выключить, а то сейчас буду там показываться, что там кто-то есть, да? Сейчас мы посмотрим, ребята. Так, вот. Кого мы словили? Мы словили Роженроллу, мы словили Гулета, мы словили Маткипа, мы словили Солрока. 4 новых покемона за одну серию, ребята. Неплохо, то есть нормально. Вылечим. И на этом, ребята, уже, наверное, можно заканчивать эту серию. В следующей серии мы, наверное, или за Синдаквиллом пойдем, чтобы у нас уже полная команда была. В шахте мы вроде уже всех словили. Больше я не знаю, кто там может быть. В пустыне я не помню. В пустыне нет, мы еще не всех словили. А где вот тот крокодил спавнится, ребята? Крокодайл, или как он там называется, потому что он спавнился в пустынях, а вот сейчас я его что-то не видел, сколько я в пустыне ходил. Может, он сейчас спавнится в глиняном биоме, фиг его знает. Может и там, но его нужно найти. А его найти не так уж и просто. Сколько я его искал, хрен нашел. Поэтому, ребята, в принципе, давайте уже закончим на эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.